Сегодня, в общем, заехали на почту, брат отправлял посылки с силиконом. И вы давно просили меня научиться рыбачить на спиннинг. Вот, заказали мне спиннинг. Я уже открыла, но сейчас при вас достану, я не доставала. Будем смотреть. Небольшой. Еще заказала себе ящичек. Сейчас позже покажу. Буду приманки, ну, свой собирать ящик. Так что все увидите. Чуток пройду твое пространство. Привет подписчикам. Как матовый. Матовый. Матовый? Вот теперь будешь фигачить. Блин, ну вот это крепление мне не нравится, но ничего, может он тест хороший. 5.21 тест. Что? Офигенный. Кто знает, ребят, такой спиннинг? Скажите, как он себя ведет. Получается? Ну, а теперь будешь, блин, он чувствительный. У тебя такой нож. Он тоненький такой. Тоненький. Легкий. Ну, прикольно. Так, по поводу... Не хочет она на брата приманки рыбалить. Ну, в общем, заказала ящик вот такой. Прислали мне в подарок приманки вот такие вот разные. Будем пробовать. Хороший ты. Пошел я готовиться. Так что вот такие вот дела, ребята. И я иду закидывать удочку. Всем подписчикам, приехали сегодня на нашу весеннюю рыбалочку. Приехали уже второй раз, потому что мы с утра ездили, прокатались везде и ни одной рыбки не поймали. Сейчас чё? С Настей переделали, приехали опять, приехали с братом. В общем, смотрите дальше и вы узнаете, что у нас будет очень интересное. Ты готов лимон есть? Кстати, ребят, сегодня у нас будет соревнование. Кто меньше поймает, тот съедает лимон. Опа. Ничего, я догонюсь. Посмотрим. У Лены канале, ребят. Будет соревнование у нас. Кто у нас проиграет, короче, ест лимон. Подожди, дай покажу, покажу. Ест, короче, лимон. Одного еще поймала, видите, но упустила. Ух ты! Да, смотрите, какой черный прям. Опа! Это у нас третий. Черный, да, такой? Да. Да, прикольный какой.
Офигенно. Ух, какой. Офигеть, какого карася, Лер. Хороший карась. Офигенный. Прям такой хороший, да? Приятно тянуть? Да. Нифига, ты че его дергаешь? Туда палочкой. Опять палец в рот. Бедный карась. Давай, давай, вытаскивай. Что-то трещит. Покажи. Все уйдет. В садочек, да? Смотри, Лер. Мою подсекай. Подожди, подожди. Есть? Скажу. Ребят, забан. Смотрите какой, блин. Это кайф. Да да. Забан это кайф. Так вот, ребята, это есть, ребята. Да. Одного, в общем, упустила, начала снимать вам. И упустила. Смотрите, я его зацепила за хвост одним крючком, а другим он взял. Другой он взял. Ты что, сейчас на одного, да? На одного? Да, на одного. Блин, еще бы вытащить. О. Хоп-хоп. Подскажу вам счет. У меня 6, у брата 5. Оп. Нету. О, у меня есть. Есть? О! О, черный колос. А-а-а! Стой, не двигайся. Ничего, ничего, сейчас у меня пока. Зацепил. Вот такой вот. Показалось, что зацепилось вообще. Нет. Бля, он на игру взял бы. Пенингист-то юный, а? Только закинул, ребят, говорю, блин. Да. Готов. На, сазан. Ух ты! Конечно. О, смотрите, ребят. Да все уже. Как договаривались. Как договаривались. Сейчас все, лимон ешь? Да. Ну, давай. Давай. Давай, пуска. Так ты сколько поймал? 9. Где лимончик у тебя? Не знаю. Готовим мы лимончик. Вон уже прям. Уже прям это. Глаза щипят. Ну половинку съешь и все. Или вот такой, прям вот это выев. Да. И все. Ну зато. Целый съемки. Целый музей. Ах, вкусняшка. Надо будет мусор посадить. О, такая вот. Текет, аж щипит. Давай. Прям кусает. Нормально? Вкусный? Нифига ты, блядь, как будто, блядь, беляш ешь. Вообще пофиг, блядь. Нормально? Дай тоже попробуй. Дай попробуй.
Не, гадость, ребят. Честно, гадость. Вкусняшка. А то забрызгаешь. Да все, хватит, оставь, дом чай попью. Вот такие вот дела, ребят, у меня слезы аж потекают. Нормально. Ну чего, говори чего. Аймаль? Да. Да все, много не надо, может, желудок будет болеть. Ну все, ребят, поела я лимон. Ну и не только лимон, порыбачили. Вот. Так что, ребят, ставим лайки, кому понравилось это видео. Подписываемся на канал. И, кстати, улов вы увидите у брата на канале. Ссылку я оставлю в описании. Так что переходите к нему и смотрите, сколько мы наловили. А там ого-го. Еще забыла сказать, если вам понравилось, как я ем лимон, то ставьте плюсик в комментарии. В следующем видео мы будем что-то новое думать. Или вы пишите вообще в комментарии, что бы вы хотели увидеть. Но не что-то прям такое сильное, чтобы я съела. То вдруг опять проспорю. Так что пишите в комментарии, кому понравилась вот эта идея. И пишите свои предложения. Будем все читать и рассматривать.